сегодня у моего свёкра день рождения. Мы едем отмечать. Едем мы за моей красивой свекровью. Детишки у нас. Наш младшенький. И свёкор. Именинник. И мой муж едут впереди. И едем не только мы. Также будет старшая сестра мужа со своей семьей. Также вот племянница мужа со своим молодым человеком. А есть еще старшая сестра, но она с мужем уехала в Таиланд, ой, в Тайвань. Поэтому их не будет. Едем мы отмечать в кафе. Набия. Набия. Абия. Иго сусроро. Набия. 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 Ел. Нельзя так делать. Набия. Ирина Леонора. Тут так красиво, кафе в корейском традиционном стиле. Мы приехали раньше всех. Сейчас немного погуляем, осмотримся, дождемся остальных и зайдем внутрь. Красота! Ира, иди сюда. Потерял меня с ног. Иди сюда, сына. Здесь так здорово. В этих сосудах готовится соус. Так здорово, Винесио. А хозяин живет в этом доме. Або Ханоге сальго сипо? Ханоге сальго сипо. Муж говорит, что он хочет жить в таком традиционном корейском домике. Ой, здесь есть еще и кофейня. Копишь одно иное, ебо. Копишь одно со. Здесь получается не один ресторан, а несколько зданий. Здесь кафе. Там мы видели другое здание, где барбекю. Вот в том. Здорово так. И все выполнено в одном стиле. Тихо, спокойно. Территория большая очень. Мальчишки нашли небольшой ручеёк.
маленький медвежонок. Где ты там? Ну, медвежонок. Ну что, мы все в сборе. Где маны? Заказали еду. Нам принесли пока только закуски. Вся наша большая семья. Будем праздновать. Яна, Ира, Ира, открой дверь. Открой дверь. Ну а сейчас мы приехали в кофейню. Будем пить кофе. Очень красиво. У нас уснули. Здесь так красиво. Кто занял? Мы поднялись на крышу. Посмотрите, здесь есть целый парк. Так здорово!
А, ты хочешь, чтобы я тебя догнала, сына? Ай, дети прям лежат на травке. Младший сынок на папе. Средний сынок спит. Старший сынок смотрит мультики. На втором этаже есть такая вот барная стойка. За ней тоже можно сидеть, пить кофе. Такая декорация. О. Внутри выглядит так. Мы завезли родителей домой. Сейчас приехали в торговый центр. Нам нужно купить детям легкие курточки и кроссовки. Ножки у них уже выросли. Нужно покупать все новое. Пришли в магазин смотреть обувь. Вообще людей не было, когда мы зашли. И сейчас людей очень много, поэтому продавец всего один. Он занят. Кириллу мы присмотрели вот эти вот кроссовки. И Элю вот такие, только в бело-желтом цвете. Вот такие вот. Сам не там. Ира, давай оденем. Ира. А? Вставай. Покупаем детям одежду. Там-там. Мне понравилась вот эта вот кофточка. Но муж ее забраковал. Вот она сейчас на манекене. Поэтому взяли другую. Взяли этот синий бомбер. И вот такую вот кофточку с капюшоном. Это все и Анчику. Сейчас нужно будет купить еще и Элю курточку. Вот и Элю я присмотрела вот такую вот курточку. Желтого цвета. Мне она понравилась больше. Есть еще такой цвет. Вот я думаю, какой взять. Мне больше нравится желтый. Муж говорит, что голубой. Ах, для девочек вещи намного прикольнее, симпатичнее, чем для мальчиков. Вот еще есть куртки. Но они слишком теплые. На первом этаже в торговом центре ставили какую-то экспозицию. Я не знаю, что это. Тебя сфотографировать! Это, кажется, новая группа, если я не ошибаюсь. Ира, иди сюда! Давай, сына, я тебя сфотографирую. Вот так, и так, в другую позу. Ира, с братом вставай! Ира! Посмотри сюда, Ель! Оставляют надписи люди. Да, я узнала, это группа. Люди стоят в очереди, чтобы зайти. Там получается внутри зеркала, лабиринт с зеркалами. А вы знаете эту группу? Пишите в комментариях. Потому что я не знаю. Первый раз вижу. А вот участники этой группы. Все красавчики. Сейчас мы в нашем любимом H&M. Я сейчас покажу вам, что здесь есть из новинок. Для самых маленьких одежда. А, ну что за красота? Всякие бодики.
Наш шопинг подошел к концу. Мы пришли есть бургеры. Здесь такое редко едят. Поэтому обожают. С детьми больше на шопинг не поеду. Это очень большой стресс для меня и для мужа. Они у себя ведут не очень хорошо. Особенно этот пупсик, который постоянно плачет. Спасибо, что провели этот день вместе с нами, досмотрели видео до конца. Увидимся с вами уже скоро в следующем влоге. Всем пока!